Оживают, а вот с болгарами что-то происходит. Нет, они достойные, они красивые, но тех результатов нет. Вот вы будете смеяться, но никто специально этого не подгадывал. Наша первая трансляция началась с выступления Евгении Канаевой. И наша заключительная трансляция турнира «Личниц» заканчивается выступлением Евгении Канаевой. Ой, с Богом. Последний вид. Заключительный. Не знаю, как у вас, но у меня выступили слезы. Я плачу, сама не понимаю, от чего. Но... Евгением Садовым никак не мог догнать. Он говорит, это вот просто катастрофа. Вроде, ну уже вот по ходу, по скорости опережаешь. Вот он чувствует, что ты близко. И чуть-чуть прибавляет. Показалось, согласись, пару-тройку дней назад, что Дарья Дмитриева и Дарья Кондакова догнали Канаеву. Или как минимум очень близко. Да, показалось. Она... это тоже поняла, и все, и вперед, и до свидания. У нее есть резерв. Та Канаева, которую мы все знали еще год назад, и казалось, и которой, казалось, расти уже некуда, тем не менее, приросла чем-то еще. Мне добавилось, и вот этим чем-то еще безумная. Она сейчас победила. Убедительно, красиво и мощно. 116 сумма, 29-350 оценка. Это фантастика. Вера Ефремовна Штельбаумс, какая же молодец, как же тяжело.